Сильный ветер и мокрый снег. Синоптики предупреждают, что 6 апреля в Беларусь такую погоду принесет циклон Мирелла. Ожидается, будет облачно с прояснениями. Порывы ветра будут достигать до 14 метров в секунду. Специалисты рекомендуют не парковать автомобили вблизи деревьев и быть осторожными. На отдельных участках дорог гололедится. Температура воздуха ночью опустится до нуля, а днем столбики термометров покажут плюс 8 градусов. Существенного потепления не ожидается до конца недели. Напомним, такой холодный апрель в Гродно был зафиксирован в последний раз в 2003 году.